вот следствие того, что уже уровень вырос, и того, что прошел вчера ливень. Кстати, почему здесь вот сейчас включил, слышно вопли доносятся Вики Ц, которая тут решила вдруг вспомнить о родине, да. Ну, за приличные деньги, конечно. Лимонов так за 25 и за должность в Госдуме. А москвичке Вики Ц. Вот что-то стихло сейчас. Вопли были слышны, думал вам записать. Вон там вон подвал открытый. В подвале куча воды. Не знаю, сейчас спущусь, может, покажу уже. Что это за черный джип подъехал, не в курсях. А, ну понятно. И вот мне пачка ботов сегодня, видимо, мой сюжет с 1000 просмотров набрал. Про утопление интернационального набрал чего-то. Ну вот видно, да, площадка вся, там школа. Все уже в воде. Вода не уходит. Там на углу тоже вода. Как бы все стоит. Ну тут низина просто. И начали боты забегать пачками. Одни топят за МЧС, другие за Бурейскую ГЭС, третьи за то, что они живут на 66-м. А отличительная особенность всех ботов — ноль контента, да, то есть нулевый такой, девственно чистый аккаунт. Короче. Ну, я их просто, всю эту пачку, забанил. Пускай где-нибудь канал мой высказывает мое мнение по этому. Мнения ботов мне абсолютно не важны, что бы они там ни говорили. Тем более бесплатно. Если боты имеют интерес, вы можете попросить, да, выкупить сюжет, свою ботовскую рекламу МЧС там разместить. И то, если меня цена устроит, да, и если у вас информация будет хоть как-то с реальностью соотноситься. В частности, про 2013 хочу сказать, что в 2013 штук 20 было пожарных машин на квартале, да, они даже вот к домам приезжала периодически машина, откачивала там раз в сутки, раз в двое суток, ну хотя бы делали что-то. А сейчас вообще ни хера, сейчас одна машина только стоит у банка. Ну вчера я ее снял в сюжете в вечернем виде, думаю. И два насоса вот там я показывал, да, они уже 10 дней стоят, то есть все, весь их вклад. Это они называют усиленной работой МЧС. Ну, количество бульдозеров другой техники на дамбах вы видели, да, тоже там вопли, что на дамбах прям аж работа кипит. Ну да, вы видели пустую эту дамбу, кроме собак там злобных, спасшихся тоже от наводнения, ни хера больше нет. Ладно, не пойду я в подвал, поверьте, вон что он подвал внизу, что в нем воды, да, хренища просто. То есть, что он подтоплен очень сильно. И это все опять-таки, дом ползет, то есть дом на фундаменте, не на сваях. Вот те дома на сваях. У нас опять крыша разъезжаться начинает из-за того, что... А, ну вот, заорало. Вот, видите. И вторые боты появились, платошкинские, гандошкинские. Которые тоже, значит, за КПРФ там и прочее. Ну, тем более... У меня не место, где можно бесплатно политическую рекламу всяких, тем более московских дегенератов, всяких шоуменов размещать. Поэтому без вопросов это все снеслось. То есть, как видите, москвичи предпочитают зарабатывать деньги по-хамски. То есть не платить, использовать чужое как свое, в том числе информационный ресурс. Ну, меня это очень не устраивает. Абсолютно, ни в каком виде. Поэтому я, может быть, проагитирую, но ни одного голоса, не только едорастам, но и коммунякам. И вообще подумайте, стоит ли ходить вот на это мероприятие бессмысленное, потому что все куплено и так далее. Может, лучше заняться чем-то полезным. Вот такие дела. С вами был Юрич.